Ну вот, дорогие мои друзья, я опять на Кристалле. Ну вот, мои дорогие друзья, мы снова на блошином рынке. На блошином рынке ретро. Мое украшение немножко сбилось. Моя прекрасная подписчица Галина из Краснодара, которую многие из вас довольно-таки хорошо знают, верно подметила, что за что я люблю блошиный рынок «Кристалл»? За его атмосферу времен СССР. Отсюда у меня бывают самые интересные обзоры. Но ведь это и необычный блошиный рынок, хотя бы потому, что он расположен в помещении, а не на открытом воздухе. И сегодня я постараюсь снова передать вам ни с чем не сравнимый дух этого места. Ну и, конечно, в первую очередь я сделаю обзор для вас стекла, хрусталя и фарфора, который каждый из вас может купить. Вот видите, там ваза стоит 4500. Вот эта большая оранжевая 6000. Ну вот хорошо, на кое-какие предметы стали вешать ценники, поэтому можно посмотреть. Ну, не на все, наверное. Посмотрите. И что вы думаете? Посмотрите, кого я нашла. Чьи вазы? Наши любимые голы. Да, потрясающе. Здесь, так что здесь можно все. Вот эти вот 2000, видите, 6 штук. Ну, есть и большие зеленые. Кстати, кто-то зеленый хотел. Вот эти 6 штук 4800. Вот эти 6 штук по 3000. А какие бокалы. Стекло. Потрясающее стекло. И, кстати, вот эти уже зарезервированы. Видите? А вот, видите, здесь из сирени. 1200 чайничек. 1000 сахарницы, 1000 молочник. Ну, это уже немецкие. 4000. Так. Давайте посмотрим, кто же это. О, Фе. Это Кулиц. Кулиц ГДР. Он стоит 1000. Ну, не очень мне понравился. Неинтересный. Кульвиц, но неинтересный. А вот посмотрите. Ой, когда-то делала обзор парфюмерный. Так его никто не купил. Стоит 15000. И вот такая красота. Но здесь еще и другие флаконы парфюмерные. И синие. Да, ну вот этот, конечно, прибор великолепный. Ну и стоит он, конечно, соответствующий. Вот. Если руку взять, то видите, не так вот. Не такой уж и большой, но как раз на парфюмерный столик. Помните, вот это вот для колец мы с вами говорили? Да.
Интересно. А вот еще здесь, видите, посуда, но это наша уже советская посуда. Опять здесь очень много стекла. 2500 штук. Мне что-то похожее на даче. Вот. Ну, вот такой. Кстати, здесь никогда не снимала. Очень много и серебро. Здесь и мельхиор. Да, вот все можно посмотреть. На любой вкус, на любой цвет. Ложечки. Чайные, кофейные. Вот когда-то были такие, но уже что-то их нету. Как-то с годами все. Вот посмотрите, какой симпатичный сервизик. Очень симпатичный. С голубыми цветами. И это, кстати, дулёва с голубыми цветами. Посмотрите, сокол дулёва. Ну, конечно, их ребристый вот этот рисунок, чайничек такой. Угу. Так, дулёва, сервиз. И вот посмотрите, вот этот сервиз тоже дулёва. То есть здесь вся такая витрина стеклянная, она вся в дулёва. И сирень. В общем, все-все-все, я так поняла, что дулёва. О, какая красота. Так красиво все расставили. Вот это вот стекло. Вот это 6500. Комплект стоит 8000. Это что у нас? Сахарница, чайничек и молочник. 8000. Сейчас посмотрим, почему такая цена. Кто же это у нас такой? А это у нас Дмитровский завод. И видите, очень старый. Поэтому и такой дорогой. Рисунок, конечно, очень-очень-очень-очень впечатляющий. Да. Чего здесь только нету. А вот посмотрите, какой сервиз. Еще. Совершенно разнообразная. Да. А, ты про эти говоришь? Я про эти не говорю. Я тебе говорю про сабли. Ты про сабли говоришь? Нет, сабли это... нормально. Нет, сабли. Так... Сабли. Ковры шикарные на полу. Один другого лучше. О. Просто сказка.
СССР ковер был предметом роскоши. Семья, у которой был ковер, считалась благополучной, зажиточной. А если могла ковер и на пол положить, то вообще признавалась богатой. Мы любили, ценили, берегли эти ковры. Достать их было так непросто, стоили не так недешево, зато радовали глаз и давали людям ощущение своей особости. Ковер имел не только статусно-эстетическое значение, так как декорировал стены, но и практическое значение, в частности, стало одним из способов шумоизоляции. Особенно в тонкостенных хрущевках, которые строили по всей стране с 1960-х годов. Наконец, с коврами было теплее. Хрущевки большинства серий отличались чудовищно низкой теплоизоляцией. И мы научились спасаться от холода, утепляя жилые помещения нехитрым ковровым способом. В центре Москвы, вот видите, магазин «Винт» не работает, а магазин «Ковры» процветает. И сейчас мы зайдем. Три новости для вас, дорогие зрители. Первая новость хорошая, вторая не очень, и третья опять хорошая. Ну, во-первых, сейчас опять в моде ковры. И ковры есть и для того, чтобы повесить их на стену и положить на пол. Вторая не очень. Все ковры, конечно, которые были в советское время и которые у многих еще есть в квартире, они уже не актуальные, это уже старомодные. Как вы видите, появились новые, совершенно новые рисунки. Ну вот, кстати, и любого размера. Плохая новость, что это уже качественные ковры. Здесь входит и шерсть, и шелк. Поэтому, конечно, стоимость у них уже дороже. Но, с другой стороны, в советское время хороший ковер стоил 3 зарплаты советского инженера. Ну, а еще третья самая приятная новость, что вот это, конечно, ковры для очень красивых таких помещений, для больших. А в наших маленьких помещениях, где сейчас модно делать что-то такое среднее между советской мебелью, советским образом, дизайном, и вообще сейчас более он к такому минималистическому шведскому какому-то стилю как раз ближе, то эти ковры уже более такие демократичные и стоят уже, конечно, намного меньше. Но вот единственное, хочу показать вам вот этот ковер. Может быть, он и напоминает рисунок старых вот этих московских квартир, которые были ковры, но это уже совсем другое качество. Совсем другое качество, совсем другой состав. Ну, ковры есть. Сейчас же пользуются не только большие, но и маленькие. Ну, вот это все, что я вам хотела сказать. Кстати, погрузиться в прошлое можно и с помощью постеров, старых фотографий, открыток, газет, журналов, плакатов. Из альбомов фотографии на дне Горького, помните? С артистами театра. Костылев говорит: какое ты имеешь право? Василиса отвечает: каторжник. Сатин, Ваську зови скорей. Забей его. Татарин, какой такой закон есть? Днем убивать. Да, интересно. Ну, здесь еще можно другие какие-то вещи посмотреть. Посмотрите. Листок. Это что у нас такое? Это откуда-то они из Невы. Из Невы 1913 год. Против ожирения. Реклама. Нарзаны и сентуки, кавказские воды. Белая
японская сирень, одеколон, духи, мыло, пудра. Да, интересно. Городской ломбард. Тверское отделение на Большой Бронной улице. Наши открытки актрис знаменитых. Кто собирал их? Кто это помнит? Вот иллюстрированный журнал «Семья». Какой-то год 3 рубля стоил. Февраль 1904 года. Опять здесь Дюссефир, Дюшес, Мафертон. И курсы. Какие же здесь у нас курсы? На мандолине, на гитаре, бухгалтерии. Курсы бухгалтерии Янсона. Обои Кротова. Да, интересно. А это кто у нас здесь? А у вас можно спросить? Юрий Клевер. Ромстройбанк.